толпа машин. Стоишь сзади, бум-бум-бум-бум. Все, приехали. Большинство участников происшествия до сих пор не могут понять, пострадали они или им повезло в час пик в пробку из машин, стоявших на улице Байдибекби. В ожидании зеленого света светофора врезался автобус 101-го маршрута с пассажирами. Китайский муравей буквально таранил стоявший в хвосте другой автобус. От удара тот въехал в следующую машину. Далее, по принципу домино, всего столкнулось 10 машин. Стояли на светофоре, ждали зеленого света, здесь, как обычно, пробка. И вот автобус въехал. Он меня, его сзади ударили, он вы меня ударил. Вы по вас въехали, вы потом куда? Я вот, спереднюю машину. Мен. Машинам причинен различный ущерб, травмы получили 17 человек, преимущественно пассажиры автобуса. В приемное отделение доставлено 17 пострадавших, все они получили различные телесные повреждения. В ходе обследования двое были госпитализированы в стационар, одна больная была госпитализирована в отделение экстренной нейрохирургии диагнозом закрытия черепно-мозговой травмы сотрясения головного мозга и один больной в отделение травматологии диагнозом закрытый компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. Остальные все пострадавшие прошли обследование, осмотрены, значит, оказана первая медицинская помощь, получили различные легкие повреждения, это ушибы лица, ссадины лица, ушибы мягких тканей грудной клетки, шейной области и нижней конечности. Все были отправлены на амбулаторное долечивание. Таким образом, серьезно пострадали только сам водитель и женщина-кондуктор, которая, кстати, является еще и владелицей этого автобуса. Это мой автобус. Водителя я наняла. У него хороший стаж. Ему 40 лет. Водитель опытный. Ехали нормально. Как так получилось, не знаю. В настоящее время проводится разбирательство подробностей аварии. Выясняется техническое состояние автобуса.